Здравствуйте, уважаемые зрители! Вас приветствует гроссмейстер Сергей Шипов. Мы показываем для вас традиционный матч блондинки против брюнеток. Уже славные традиции, что в апреле собираются красавицы всея России, окрестностей и играют между собой матч в Блиц. Организатором являются Федерация шахмат России, компания Chess Events и партнерами мероприятия являются, значит, сайт chessmasterpro.com и Федерация шахмат Москвы. Вот Мария Фоминых является двигателем процесса, если возможно такая аналогия. Она инициатор вот всех этих турниров. И, знаете, с каждым годом у Марии получается все лучше, все больше. И как-то вот информационное такое эхо от этого турнира становится все более раскатистым. Это очень приятно. Турнир становится заметным в шахматном календаре. Его ждут, к нему готовятся, и очень сильные шахматистки в итоге играют. У нас сегодня 11-й матч, страшно сказать. Я очень рада, что, несмотря на все события в мире, мы с вами сегодня собрались. Все вы и мы очень, мне кажется, нарядны благодаря нашим новым спонсорам компании «Фосбельген». Три участницы получат свои наряды в подарок. Также я хочу отметить сайт Chess Master Pro, который стал одним из наших спонсоров, IDChess и, конечно же, вся вот эта вот красота, которая в центральном доме шахматисты нас окружает. Но это все благодаря Федерации шахмат. Матч становится все более интересным, все больше внимания привлекает. В этом году было примерно 10 трансляций в интернете на разных языках, в том числе на русском, английском, на испанском и даже на китайском языке.